Всем привет! Или добрый вечер, или доброй ночи. Доброе утро. Доброе утро, да. Кто когда нас смотрит. В общем, я приехала с работы уже на часах без 10, 11. Я тебе открою секрет. Я забыл, во сколько тебя забирать. Серьезно. Я сидел, я думаю, а во сколько? В 10-15 мне выезжать или в 11? Я чуть не в 11-15 не поехал. Какой пробел это? Я потому поехал на час раньше, думаю, час уже отсижу, но, блин. В общем, да, прошло то время, в принципе, о чем мы хотели вам рассказать. Да. Нам сегодня прошли наши паспорта. Назад, да. Назад, да. И у нас есть виза в Канаду. Да, виза в Канаду. Да. Только... С разрешением на работу. С разрешением на работу. На 10 лет. Да, на 10 лет. Единственная наша проблема теперь у нас... У нас вопрос с детьми завис. С детьми завис, потому что заполняли мы и на детей, и на себе, а в итоге... Мене ще насторожив вопрос тогда, когда мы ездили сдавать биометрию, потому что не запросили... Биометрию, биометрию не сдают до 17 и после 61. Ага. Вот так. Ага, я поняла. Ладно. Потому дети не сдавали биометрию. Ну, как бы, да, оно детям не надо. Но вопрос того, что их не запросили их паспорта. Да, их не запросили, но мы, мы решили, что нам, наверное, их вклеят. Ну, мне вклеят, да. Ну, не то, что вклеят, тут даже вот у меня и у тебя в паспорте. Вот. Сейчас я свои все листы предоставил. Написано персона одна. У тебя тоже самое одно написано. А, да. Это визы по программе What? Canada Ukraine Authorization for Emergency Travel. Короче, канадское разрешение для украинцев на случай emergency как это. Ну, короче. Да. Дают оно на 10 лет или на срок по окончанию паспорта. Да, у меня паспорт заканчивается 2 марта 28 года и виза у меня до 1 марта 28 года. Да, но Вовы есть до нюанс. Июля. Не, до августа. Но есть нюанс. Разрешение на работу дается на 3 года. На 3 года, да. Да, и по сути и разрешается оставаться в Канаде 3 года. А, но ты потом можешь продлиться. Ну да, если у тебя есть работа, все как положено, ты не сидишь на шее у государства. То, по сути, ты можешь там... Разрешение на работу дали до 25 года. Ну, ты пишешь на 3 года, да. Да, нам отдельно надо эти бумажечки распечатать там, где... Ну, мы уже их распечатали, они у нас уже есть все. Паспорта сегодня прошли по заказной, заранее оплаченной доставке. Нам мы же, мы отправляли, мы платили... Да, перед тем, как отправляешь на вклейку в визу, надо оплатить обратного курьера. Курьера обратного, да, и туда вложить же. Вложить чек внутрь, и они назад тебе это все отправляют. Как заполнять эту заявку в интернете, на ютубе? Уйма видео, так что я даже не буду заморачиваться ее делать. Там есть подробные на всю семью, на одного человека. Единственная проблема, это то, если вы много ездите, типа, как все у Вовы. Я потратил часа два, но только на свою заявку. Только на це, потому что ему надо было разобрать, когда он заходил в порт, когда он выходил, когда там вылетал, когда залетал. А у него в паспорте делается, как говорится, черт ногу сломает. Не, да, тут. А там просто звездец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да тут куча. Ну, у меня проще, у девочек проще. У нас только подвиж. А ты указывал? Турция ваша, да. Ну и въезд сюда, в Германию, да, ты указав? Ну да. Ну это в Германию, в Польшу у нас было на этом. Корчева, о. Корчева. Мы решили попробовать, сделать и лишним не будет, тем более мы хотели это сделать уже несколько лет подряд. Мы ее получили, потому что мы не понимаем, что будет в следующем году, как с моей работой. Тут есть, начинают нюансы всплывать и короче. Причем не маленькие нюансы. Ограничения, лимиты и короче. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас я написал в канадской
консульство по поводу детей, нужна ли им виза и как и почему, ну, паспорта почему их не дали, взяли. Да. Как бы посмотрим, что ответят. Уже не привтыкали. А еще, кстати, Вове в конверт впихнули чужие детальные фотки. Кто-то, видать, отправлял. Перепутали там же. Да. Индусы сидят в этом, в Дюссельдорфе. И послали. Да, все. Всем спасибо за просмотр. Тренировки у матери не будет несколько дней, потому что мать больна. Да, и как мне сегодня сказали на работе, что... Что ты приперлась, да. Ты должна была взять больничный. И отлежаться дома. Ну, короче, я, на следующей неделе я буду в первую смену. Я решу вопрос уже с семейным врачом, лечащим врачом. И сразу решим вопрос с педиатром. Чтобы они у нас были на... такие случаи, как был вчера. Потому что когда у тебя уже есть лечащий врач, ты можешь прийти и сказать, что мы больные, лясим-трясим, и не имею права тебе отказать. Он должен проконсультировать. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам наша новость. И ставьте колокольчик. И всем пока-пока.